Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Hills of Steel. Внимание, солдат, добро пожаловать в Hills of Steel. Ищи и уничтожай, рядовой. Ищи и уничтожай, а мне нужно расставить, судя по всему, кнопочки, потому что ехать я не могу. Ну что, проверка связи. Отлично. Поехали. Напоминает чем-то Герон Танк игру. Но мне сказали, что она будет получше, так что проверим. Отличная работа, уничтожай врагов, пока не заполнится шкала. А когда заполнится, что будет, босс? Тихо, тихо, куда ты? Напоминает мне чем-то Челябинец, ё-моё. Посмотри. Да что же это за танк такой, я неуклюжий. Так, ладно, сейчас попробуем врага запинать. Ну, есть. Да выпендривался, да выеживался. Так, тут еще один. Готов. Давай, там кто-нибудь выйдет на меня. Так, да что у нас там за... Давай, подъезжай сюда. Попадаю. На. То есть взрывной волной, да, как бы наношу урон. Все. Победа, что ли? О-хо-хо, не, далеко не победа. Удар грома. Это босс. Это босс, походу, дела. Что мне с ним делать? Бомбить. Что еще мне с ним? На. Вот и все. Босс побежден. Прекрасно. Младший капрал. Так, сундучок какой-то у нас там грезит скоро на открытие. Играйте, чтобы заработать звезды и открыть с их помощью сундуки. Давайте попробуем открыть сундук. Давай. У тебя теперь есть карта для танка Кобра. Используй их, чтобы повысить уровень своего танка. В сундуках также был усилитель для кобры. Используй монеты, чтобы улучшать танки и усилители. Настраивай свой танк и открывай новые танки в гараже. И здесь вы можете быстро выбрать свой танк. Давай выберем кобру. С каждым новым уровнем твоего танка улучшаются его характеристики, броня, оружие и двигатели. Повысь свой уровень кобры. Давай воспользуемся усилителем, который мы нашли в сундуке. Это силовый щит кобры, он может поглощать часть урона. Повысь уровень, повышаем. Твой танк готов к бою, не забывай заходить в гараж почаще. Поменяй режим игры, нажав здесь. Зимняя война. Мы только что сражались в режиме приключения. Давай, пока продолжим играть в режиме приключения. Окей. Такс, в режиме приключения. Какие еще там режимы будут? Нажми на значок усилителя, чтобы активировать его. У него всего один заряд, так что используй его с умом. Понял. Ой-ой-ой, противник идет. Е. Да чтоб тебе. Слушай, ты не припухли, а, парень? Ой, ты что еще за... Иди ты! Так, недолеты. Чего же ты там испугался-то сразу? Ну иди сюда. Попал. Навесиком просто. Ух ты, это что еще такое? Легион. Что еще за легион? Я попадаю, ребят, на что-то какой-то урон. Ох, сейчас влупит. Он не попадает по мне пока. На. Жуй землю. Так, ребят, я заработал себе на сундук. Я сейчас буду его вскрывать. Так.
Теперь давай зайдем в твой профиль. Ты можешь поменять свое имя, нажав здесь. Подключись. Ага, ну понял. Сейчас все это сделаем. На этом все, увидимся на холмах. Так, ну что, друзья мои, никнейм поменял. Открываем сундук. Монетки, так, кобра, силовой щит и 8 карточек на кобру. Так, получить в 2 раза больше, ну давай. Угу. Это нужна VIP-подписка, понял. Так, это у нас магазин. Бесплатно, можно получить ежедневный сундук. Давай. Так, ребята, это какой-то бред. Я нажимаю, я уже 3 рекламы посмотрел, но сундука мне так и не дали. Какой-то обман самый настоящий. Ну что, события скоро заканчиваются, приключения. Не знаю, что там у них за события, а я поехал дальше воевать. Слушай, что такое, как это дюна у нас? Ну где враг-то? Не вижу пока. Ой, тихо-тихо-тихо, да уходи ты, господи, ну. На, получи, ханурик. Такс, спокуха. Это что за танк у нас такой интересный? Еле едет. Еле-еле там едет. Я вот здесь вот подожду. На холмике. Как раз должен попадать по нему. В принципе. Ну а этот-то куда еще бежит? Ох! Ничего себе, как он делает навесиком, прикинь. Так, тогда мы здесь подбоем. Минус. Кто-то там взорвал к ядрине фени. Ага, и этого тоже. А, вот он. Со своими навесиками. Последний танк, видимо, нам осталось подбить. И будет, скорее всего, босс. Упс. Фиг с ним, давай так сделаем. Где босс? Кто там у нас? Кнут. Кнут. Кнут и пряник. Ой-ой-ой, ты... Ты что делаешь-то, парень? Да хорош. Есть. Новое достижение какое-то получил. Кнут. Замечательно. Я стал уже капралом? Что-то я как-то быстро прокачиваюсь. Ну ладно. Обязательно попробуй другие игровые режимы. Это режим игрок против игрока, в котором ты сражаешься с танками других игроков. Нажми любую кнопку со значком информации, чтобы узнать больше о других режимах игры. Командир, а это что такое? Ну-ка. Разверните собственную армию танков и уничтожьте базу противника, чтобы победить. Используйте ускорители, чтобы поменять ход битвы. В случае ничьей дается добавочное время. Так, тут патруль джунглей. Можно будет потом открыть. Зимняя война, атака в пустыне. Ну что, давай посмотрим, что за командир, друзья мои. Надо все, как говорится, проверить хорошо. База его. Это база моя. Я понял, понял, как это примерно должно выглядеть. Мы должны уничтожить базу. Это типа... Так, а за 50 монет мы можем с тобой сделать авиаудар, верно? Вот как это все выглядит. Ну что ж, довольно прикольно, типа стенка на стенку. Наша цель — уничтожить вражеский замок, ну башню. О, нет! Горят, горят, горят танки. Слушай, по-моему, мы сейчас победим.
А танки, видимо, потом будут еще какие-то новые, да? А че они так быстро-то мне тут зафигачивают? Дело дрянь, если честно. Окей. Да ты хоть попадай, господи. Не хочет попадать. Есть. Да что же, как они так быстро делают-то это? Ну, да куда же вы... Зачем вы навесом-то бомбите? Внезапная смерть. Только не говори, что ничья. Я так и не понял, что произошло. А, победа. Друзья мои, никакой ничьи, победа за нами. 50 золотых я получаю. А вот до сундучка не хватает совсем малька. Какая-то там рекламная пауза еще. Не сейчас. Так, давай попробуем еще, наверное, сыграть. В принципе, мне понравилось. Только вот непонятно, как бы новый танк. Ох ты, чувак поменял себе скин. Ага. Тут рандомно все получается. Вот оно что. А что он там притихарился? Давай-давай-давай, танкульки. Почему у него танки мощнее, чем мои? Или мне показалось? Давай-ка щит поставим. А почему щит? Где щит? Зашибись, ребят, я щит поставил, а он просто даже не активировался почему-то. Пинаем, 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 пинаем врага, ребят. Не дуркуем. Совсем другое дело. Это с этим щитом непонятно, как он работать должен, если честно. Опа, 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 у нас там, смотри, какая армада, ребят. Мы там просто разносим всех в мясо, ну почти всех. Он получает урон. Его башня, ребята, скоро взорвется. Давай, 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 добиваем. Там один выстрел остался, есть. Угу, 50 монет. Так, сундук я заработал. Ну что, вскрываем ящик. И достается нам здесь... Так, кобра. Ведь как можно увеличить уровень? Так, подключитесь к Facebook, чтобы использовать изображение своего профиля. Ну это понятно. Повысить, да? Вот так вот. А что тут можно еще сделать? Ага, это мне доступно, да? Это я вот так надену шляпу. И перекрасить танк, что ли, можно? Ну, пока это все закрыто. 1000, 2000. Офигеть, расценочки, да, друзья? Усилитель. Тоже ничего пока с ним сделать не могу. Ладно, погнали. Я все-таки добью, ребята, режим командира. Не сейчас. Я должен получить звание или что-то там такое. Ох ты. Ох ты, как на Луне на какой-то деремся, прикинь. Действительно, на Луне деремся. Ну... Ты смотри, что творит, а? Ну тут мы его вообще запинали. Без шансов, ребят. Выеживался.
Так, мы получили звание. Капрал. Так, деньжата. 50 монет наши. И сундук скоро тоже будет наш. Слушай, ну мне понравилось. Давай, наверное, еще разочек, да? Сыграем в режим командира. Я просто хочу посмотреть, когда появится у нас новый танк. Или, например, ну что-нибудь другое, новенькое появится. Смотри, пока один, ну здесь видишь, сколько режимов танков можно заказывать. Когда мы это все с тобой сможем получить? Может быть, это все танки, которые у меня есть. Пока новых танков я не получу, ничего не смогу сделать. Как вариант, возможно и так. Ой-ой-ой-ой, нас тут ребят кромсают. Хотя нет, вроде стабилизировалось. Он сейчас напалм бросит. Наверное, сейчас напалм зашвырнет. Слушай, ну нормально. Прижучиваем чувачка. Все, базу сейчас взорвем. Знай наших, как говорится. Знай наших. Так, есть. Звездочки получили мы с тобой. Значит, сундучок будет наш. Ну-ка, давай откроем. Тут, кстати, сундук уже немножко другой. Так, деньги. Ракеты какие-то новые появляются у нас. Фига себе, Феникс. Можем прокачать, значит, получается, да? Нормально. И усилитель тоже можно прокачать. Что у нас еще есть за режимы? Так, давай-ка глянем. 1 на 1, 2 на 2. Самоцветная мания. Это начнется через один день. Патруль джунглей. Ну что, попробуем с тобой сыграть в патруль джунглей. Приключения. Уровень 1. Да не хочу я сейчас ничего брать. Поехали. Где противник? Вот он. Не попал. На. Что еще тут? Зашибись. Да господи, ну... Эй, сосунок. Где ты самолет? Зашибись, да? Выпускают в тебя. Прямой наводкой прям бомбанул по нему. Так, еще, видимо, где-то один танк есть. А вот дудки тебе. Ну, самолет, я так понимаю, можно подбить. А это, видимо, и есть враг, которого нам нужно уничтожить. Точно. Ребята, самолет это противник. Нет. Противник вот он, крадется. Кто босс? Ну, с таким уже встречались, по-моему, да? Армада. Попробуем его отсюда, из речка подбить. Пока все отлично получается, кстати. Кури бамбук. Шмурдюк. Вот это я не могу врубиться, ребята. Что значит звездочка? Я же все... А, мы можем повысить уровень, но... Нет, не можем. Что-то открылось, что-то доступно? Тоже не вижу. Нет, не хочу я с такой прической. Маска, да, у нас сейчас... Нет, это, по-моему, для девочки, да? О! Вот так вот пускай будет. Усилитель. Неужели я могу его... Или что-то новое здесь есть? Вот что. Интересно посмотреть, что это за ракета и как она...
действует. Ну что, поехали еще. В приключения, в принципе, неплохо. Ух ты, опять на луне где-то. Блин. Оказывается, мы тоже получаем урон. На луноходах здесь, прикинь. Что это за пукалка еще? Иди. Я даже попасть не могу, ребята. Ага. Настрелялся. Шмурдюк. Шмурдюк. Слова какие-то прям на ходу придумаю. Е. Главное, они все в скафандрах, да, в каких-то. А я... Это еще что? Это что такое было? Опять что ли этот? Кнут. Кнут, прут, ё-моё. Ну, ему крышка. Есть. Нормально. Я уже сержант, ребята. Я уже сержант. Еще один чемоданчик зарабатываем. Сейчас и этот откроем здесь, а? Так, что нам выпадает? Мы можем поднять уровень. Вот так. 5 уровня у нас танк. А смотри, почему приключение уровень 1? Он уже должен, наверное, как-то повышаться, я так понимаю, да? Осада посреди лета. Глянем, что это за осада посреди лета. Выживание? То есть на меня сейчас будут идти враги, а я должен буду выжить, скорее всего, да? Ну, логично так должно быть. Ну, где его там? Вот так вот. Ух ты, монетки прям тут. Ну, режимов здесь на самом деле больше, чем в Геронтанке. Врать не буду. Да иди ты, строчит он мне. Да ну. Этот, кстати, пулеметчик не очень много наносит урона. Так что можно его не бояться. Блин, да что за танк-то такой непослушный, а? Его и так мотыляет, и сяк. Ну и куда ты лезешь? Да выезжался. Так, следующий идет. Ой, а если я так сделаю? Вот и все. Блин, ракетница еще тут. Да звезданит ему хорошечно-то, а. Так, иди сюда, поднимайся. Поднимайся на холмик. Мы с тобой поговорим. Все, ребята, босс, босс, кнут. Или армада? Армада. Что делаем? Как его бомбить? Попадаю. Ну, еще одно. Все. Ух ты. Там какой-то рем-пакет с него вылетел. А-а-а, выживание. Все, я понял, друзья мои. Я понял, что это такое. То есть от босса до босса, да, получается? Пока нас не завалят. Ясно. Будем знать. Да успокойся ты со своими, блин, ракетами, а. Тихо ты. И попадает-то вот прям точно в меня, а. Промахнулся. А вот теперь нет. И минус. Так, нам надо его подбить как-то. Окей. Все. Ё-моё. Сколько вас там? Вы серьезно? Зачем так много-то? Да. Выживание. Ну тут они, конечно, переборщили. Тут врагов целая тьма. Сейчас будем бомбить вот из-под бугорка этого. Ну как вам, сосуночки, понравилось? Рейчик знает свое дело.
монеты. Блин, мне бы какой-нибудь ремпакет, если честно. Ну где он там? Минус. Я уже боюсь просто лишний раз выходить. Того и гляди где-нибудь противник. Ну, мы на рекорд уже пошли, да? У нас 31 убийство. 32 убийства. Но ведь я же видел, что он там стоит. Е. Yeah. 33. Стоп. Да не надо так бултыхаться. Видишь, что делает? Подбил. Я его подбил. Ай, залп ракетный получил. Эй-эй-эй-эй. Нифига себе мы как могем. Давай, иди сюда. Есть. Шлепнули. Как пулеметчик, да? Вот и нет пулеметчика. Окей, 38 убийств уже. Че, нужно 40, что ли, сделать? Так это еще, наверное, босс выйдет. Угу. Держи карман шире. Босс. Армада, да? Удар грома. Спасибо, не было печаль, называется. Уходим. Танк. Не дуркуй. Оу, щит. Ну куда ты, блин? Ремонт. Блин, здоровья-то мало он мне восстановил, конечно, если честно. Да что ты делаешь-то, блин? Есть. Уровень пройден. Ну этот-то пройден, а следующий-то еще не пройден, блин. А что это я без каски? Где моя каска, ребята? Куда она улетела? Да каска моя улетела. Блин, и все точно в меня попало, а? Этот уровень хорош, знаешь, для чего? Для зарабатывания денег. Иди сюда. И танки тоже какие-то другие пошли. Сейчас, 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 сейчас. Угу. Е-е-е. Упс. Вот тебе и е, блин. Здоровье все меньше, меньше, меньше. Новое достижение я получил. Рекорд 50. Чего 50? Убийств? Что за рекорд? Пятьдесят фрагов? Уничтожено, да? Иди в пень. Да ё-моё. Е. 63 врага мы уничтожили уже. Так, сейчас мы этого хламона с собой попробуем. Ага. Обожаю, когда вот так вот в кучку стоят. Они по мне не попадают, а я по ним еще как попадаю. Даже ничего не стоит, по-моему, сделать. О,
Ой-ой-ой, вот это я, по-моему, попал. Да. Но, тем не менее. Отлично. Так, 72, это выживание у нас, да? Давай посмотрим, что еще есть за режим. Так, это нужно покупать. Ого, там схватка с боссом. Один на один, поехали, попробуем, ребята, ПВП-шечку зарубить. Ну-ка, Моррисон, не подкачай. Блин, наверное, нам надо было бонус-то с тобой взять. Какой? Не ракеты, блин. А вот это уже точно как Герон танк. Да ладно, не попадаю. О, пошло, пошло, пошло. Шлем вылетел, слетел у чувачка. Француз, что ли, я не пойму. Ох, 60 монет. Тут, кстати, наградки-то хороши, если честно. Давай-ка я все-таки возьму, наверное, другой себе этот усилитель. Вот, мне кажется, от этого будет больше толку, чем от ракетницы. Давай дальше. Первая победа за нами. Ох, ёк-макарёк, серьезно? Ты с пилой. Чувак, я тебя боюсь. Так, мы с ним на равных. Но, по-моему, ему крышка. Твоя пила тебе не понадобилась, парень. 60 монет. Так, сундук заработали. Главное, чтобы не было никаких рекламных пауз. Ну, давай откроем, фиг с ним, пускай. Так, мы... Нет, не можем пока ничего. Слушай, если я посмотрю, ведь опять обманут, да? А, в два раза больше здесь это випка. Все, я понял. Это нужно вип-статус иметь. Ну что, Моррис, погнали. Ах ты жучара. Счет открыл, и то волной меня ударил. Опять французы. Шлем сбил. Умно. Начинающий дуэлянт. Я получил, ребята, достижение. Он захотел меня обмануть, да? Поставил щит, но я почему-то его с удара снес. Щит-то его. 3 из 3. Выполнено, да? 229 монет, шикарно. Хочу еще. Погнали. Вондерфул. И Моррисон. Где ты там? Где ты ныхаешься? Опа, хорошо начали. Я открыл счет. Я продолжаю открывать счет и убиваю. Все. Бонус на серии побед 4. А как ты хотел? Вот так вот мы могете. У нас есть опыт из Геронтанка, да, друзья мои? Так что все отлично. Ого. А у него танк-то, ребятулечки, другой. Профессионал. Мы играем против профессионала. Так он себя назвал. Так, у меня щит. Ну, давай, давай, иди сюда. Ну, не помог ему этот огнеметчик. Все, ребят, шикарно. Скоро получим сундук. Ну-ка, хватает? Есть. Что нам здесь выпадет? Так, я могу танк свой прокачать. Могу прокачать... Нифига себе. Баллиста. Повышаем уровень. И повышаем наш усилитель. Что, еще можно что-то? Да тут нельзя же. Все, погнали.
36 очков у меня. Блин. А пила, я так понимаю, это, ребята, тоже усилитель все-таки, да? Куда так разогнался-то танк? А что он там застрял-то? Тихо-тихо-тихо. Иди, выходи сюда. Все, друзья мои, новые достижения получаем с вами. Опытный дуэлянт, я уже, понимаешь? Я уже сержант, а не какой-то там капрал-шпонька. Редкий танк? Ох, ё! Атлас, ты прикинь? Ребят, на ваших глазах я получил новый танк. Так, друзья мои, я за 39 рублей купил себе антирекламу. То есть, чтобы реклама тут не появлялась больше. 39 рублей, это я считаю, что очень мало. И мне за это еще дали 20 кристалликов. Так, что у нас тут с усилителем? Ничего. Ну что, погнали тогда дальше. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, подожди, дальше. Танк, конечно же. Ох, ничего себе. Блин, а у нас нет усилителя для него, да? К сожалению, пока нету. Погоди-ка секунду, а там что, еще танки какие-то? Так, погоди-ка. Ох, нифига тут. Ребята, а вот такой танк у нас есть во второй части этой игры. Кстати, я тоже хочу в него поиграть. Вы помните, раньше мы играли? Фига тут. Вау. Обалдеть, ребята. Вот это да, вот это танки здесь будут. Так, ну что, проверим. Какой-то это, как даже не танк, а какой-то робот. Робот-ходунок. Хм. Что-то как-то пока не могу понять. Они вроде как самонаводящиеся, что ли? Но... единственный недостаток, друзья мои, что он очень высокий. Он очень высокий, и по нему очень легко попасть. Особенно если ты стоишь за бугорком и бомбишь. Тут, конечно, да. Ну, а так вроде бы неплохо. Давай еще разок сыграем за него. Так. Моррисон, погнали. Ой-ой-ой, тихо ты, парень. И мало здоровья у нас. Ну, видимо, потому что танк пока еще не прокачан. Да, эти снаряды самонаводящиеся, смотри. Ух. Ну, отлично, ребят. Так, я заработал, по-моему, денежки на сундук. Ну, не денежки, а звездочки. Угу, открываем. Замечательно. Так, дай-ка я, наверное, верну мой маленький танк. Все-таки привык играть навесиками, ну, ты сам понял, да? Погнали. Так, быстро ворвался. Так, быстро ворвался, и так, по-моему, быстро сейчас отдуплится. Турцы, это турки. Да, конечно. Фига себе, ребята, я поставил щит, он буквально даже не успел появиться, как эта пила его уничтожила. Второй лейтенант. Так, а что, следующая награда у нас? 5 кристаллов, я так понимаю, да? Отлично. Погнали дальше. Короче, эта пила очень хорошо сносит любую защиту. Так что на нее рассчитывать особо не... О, соотечественник, ребята, тоже Russian. Не ожидал. Не, парень, давай-ка мы без вот этих вот всяких там огнеметов. Элитный дуэлянт. Так, ну что, получаем с тобой
5 кристаллов. Сразу же дальше идем. Блин, без рекламы, так балдежно. Ну, 39 рублей, ребят, я считаю, что это не очень дорого. Просто так мне пришлось бы рекламу постоянно смотреть, а так... Не надо ничего высматривать. Опа. Хорош. На. Давай добивку. Есть. Такс. Добивка. До сундучка, наверное, этого доиграем. Есть. Открываем. И смотрим. Ух ты, ух ты. Слушай, ну шикарно. Женец, друзья мои. Открыт новый танк. Как тебе такой расклад? Давай-ка мы посмотрим, что это за жнец. Ого. А усилителя у нас нет для него, да? К сожалению. А что, протестим этот танк? Но он, как видишь, отстает у нас. Этот. Потом вот этот танк. Вообще малютка такой. Ладно, давай попробуем. Берем жнец. Погнали. Хочется мне посмотреть. Но он, видишь, он не стреляет снарядами. Он чисто как бы из пулемета строчит. А уж насколько сильный урон будет, я даже и не знаю. Ой-ой-ой-ой. Сохранить. Сохранить. Да, друзья мои. Проверил танк, называется. Нет, надо не на дуэлях эти танки пробовать. Так, подожди ты, господи. Где мой танк-то? Вот он. Так, я его еще как раз прокачаю. Фига он там пришел. Просто с одного залпа взял и вынес мне. Ну-ка. Вот он. Давай, иди сюда. Не попадаю, блин. Все, ребята, я больше без защиты. Да что ж такое-то? Тоже, ребят, соотечественник. Тоже Made in Russia. Куда ты? Есть. Все-таки я его. Первый лейтенант. Сундук этот нужен нам. Сундук. Ну, этот танк пока самый лучший получается. Ну, потому что, ребята, он прокачан. Согласись. Ага. Такие барханы там у нас. Так, ну что, мы открыли счет. У-у-у. Парнишка, ты попал по ходу дела. Взлетел. Так, нам еще одну победу и сундук в кармане. Давай, не будем с тобой откладывать. Игорек, ну это точно наш. Игорек, на... Нет, ребят, флаг у него какой-то не наш. Чех, что ли, или кто он там? Каску сразу снес. Ну, чё ты там? Чё ты елозишь-то, как, я не знаю, как уж на сковородке? Иди сюда. Проснулся, побежал, но поздно уже было. Да, ребят, сундук наш. Ох ты, ох ты, ох ты. Нормальненько так. Я свой могу опять прокачать. Плюс на этого. И здесь еще, да, сундук получаем. Так, прокачиваю наш. Ага, не хватает денег. Не хватает, к сожалению, денежек. Ну-ка.
Угу, нормально. 55 монет всего лишь. 55 монет, мало. Ох, это что такое? Ну, у нас, как говорится, чем громче шкаф, тем громче падает, верно, ребята? Дениса какая-то. Да куда ж ты прешь, ты дурачок? Фига там, ребята. Армада такая. Я прям просто в наглую на него пру. Ай-яй-яй. Иди сюда. Да куда ты? Блин, сейчас лупит. Сохранить. Конечно, сохранить. Следующая награда. Ничего себе там, ребята. Вы видели, какой эпический сундук будет? Конечно, я хочу терять. Блин, ну тут, конечно, танк был жесткий. Просто разорвал меня. Видимо, решили, что Рэю хватит побеждать. И против меня стали выставлять... Офигеть, каких противников. Алюминумб. Что еще за алюминумб? О, сынуля ты. Вот что я могу сказать. Вот, друзья мои, сундучок. Но нам нужно 4 победы сделать. Ну что, будем стараться? Погнали. 4 победы. Как бы немало, но... И немного. Главное не профукать. Слушай, он по званию-то будет круче, чем я. Смотри. А, отлично. Да хорош. И последний. Все, ребята, звание получили. Капитан. Капитан, капитан, улыбнитесь, да? Дальше, дальше. Чем дальше, тем вкуснее. Кто там, Марина? Против Моррисона. А, Нариман, ё-моё, Марина. Нариман, Мариман, ну, где ты там? Попал. Попал. И еще попал. Это бесполезно, ты даже... Нет, попал, ребят, он по мне. Все. Вхламил в мясо просто. Так, еще 2 победы. Еще 2 победушки. Так, сундук сейчас откроем. Что там нам? Денег, конечно, дают вообще малек. Нам не хватает. Нам нужно 250, по-моему. Ух, ёк-макарёк, друзья. Это что за армада вылезла? Я боюсь, сейчас мы отгребем. Ты глянь, что творит. Да ты серьезно, что ли? Ты посмотри, сколько у него здоровья, ребят. Я его... Ладно, серьезно, что ли? Завис? Вот как с таким можно драться, друзья? Вот объясните мне. Ну, я его порвал, прикинь. Вот это да, вот это вот достанется такой вот, да? И что хочешь, то и делай с ним. Мне просто сейчас, честно говоря, очень крупно повезло. Очень крупно. Так, в джунглях. Разборочки в джунглях у нас. Да хорош, завязывай давай свои фокусы тут. Да-да, у меня есть броня, парень. Надеюсь, она мне поможет. Есть! Друзья, я заслужил сундук. Согласитесь. Ну-ка. ...358 монет. Улучшение на танки. Вот это я понимаю. Фух. Вот только вопрос, кого лучше прокачивать, этот или наш? Блин, я даже не знаю. А почему на них нет усилителей? Я вот этого не могу никак понять.
Ну этот что-то мне жнец как-то, я не знаю, ребят, не особо как бы зашел. Ха. А тут вот какая еще есть ракета. Сбрасывают ракеты так, поджигающие врагов. О, даже как. Ну что, дорогие друзья, давайте мы, наверное, с вами на этом закончим сегодняшнюю серию. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях. Так что увидимся в следующей серии. Удачи и до скорого.